нас дайвинг. Ребенку разрешили плавать с инструктором. Он плавает с маской. Ему дал инструктор свой загубник, свой кислородный баллон. Он там дышит через кислородный баллон. Хотя мне это очень страшно. Он, конечно, плавает. У меня занимается давно снорклингом. Давно. Но все равно мне страшно. Получается, вот инструктор его держит, он плывет, дышит через кислородный баллон, но кислородный баллон не у него, а у инструктора. Стоила эта экскурсия, мы брали ее в уличном агентстве, она стоила на меня, на взрослого, два погружения $19, а на ребенка $10. Вода очень чистая, очень теплая. Я очень люблю дайвинг. Я уже давно занимаюсь дайвингом, но как любитель. А ребенок занимался всегда только снорклингом. Но сейчас захотел и дайвингом. Ну, пусть попробует. Хотя я, конечно же, очень боюсь. Тем более волны поднялись такие. Вот. И вот мы поплаваем, и скоро уже будет возвращение в Кемер. Смотрите, вот тут много разных яхт. Я нахожусь на корме нашей яхты и наблюдаю за всем. И, как всегда, волнуюсь. Вот. Ну, пусть хотя бы так попробую. Напишите, плавали ли вы с аквалангом, нравится ли вам дайвинг. И смотрите обязательно мой плейлист, который называется «Турция 2022» за 24 тысячи рублей. Потому что мы прилетели по горящей путевке, заплатили очень мало. Отель очень скромный, но это all inclusive. Ну, весьма скромное питание, нормально. Но зато мы сэкономили кучу денег и потратили их на экскурсию.